Всем привет, ребят. Ну что, думаю, очередной у нас сегодня будет трэш. У нас сегодня обзор очередного героя на максималке, мега крутого героя. Топ-дамагера даже так, я бы сказал. Вот такой вот у нас будет Бугимен. 10-10 пакт, грубая сила. Также у нас будет Дрого, но самое интересное вот здесь. Суперсила 7-7, максимальный дамаг. Посмотрим сейчас, что от этого героя ожидать. Я вам показал Анубиса, что может Анубис в топовой сборке. Также я вам показал Минотавра, Тыковку. Ну, сейчас настало время для этой имбы. В общем, поехали, начнем. Давайте с рейдов. Я уже показывал не раз. Он крутой дамагер. Сейчас попробуем, может... Вряд ли у нас... А, не, получилось, кстати. Опа! Смотрите, сколько там героев. Раз, два. Фрэнка унес. Стрелка только единственная, по-моему, миссану. Сейчас посмотрим. Сразу же посмотрите на вот это, ребят. Это просто unreal. Насколько у него дофига дамага. Он просто тупо шатает одних из топовых героев. То есть это 30-е прорывы были. Он просто их ушатывает за счет своего скилла. Ну, не знаю, мне он реально очень круто нравится. Собирать его можно с бастом, с пактом на максимальный урон. У него есть ожива, у него есть иммунитет к отражалке. Вот это самое основное. Так, давайте еще разок. Просто тупо пропал. Что это было? Это у него, скорее всего... Вот посмотрите, что он делает. Что он творит? Это просто жесть. Нафиг, просто нафиг посылает героев. Ну, это просто кайф. Вот именно, да, он долго не живет, но он у вас стабильно будет минусовать топовых героев в такой сборке. То есть здесь максимальный урон, просто бешеный урон. Проходит крит и улетает любой просто. Просто кайф. Так. Что-то мне такое интересное... Поехали дальше. Поехали дальше. Ну, на подземках есть одна подземочка у нас, на которой его можно протестировать. Это кошмарка 4. Точнее, не это, а кошмарка. Здесь есть у нас максимальный 4.9. 80 миллионов. Я уже показывал, он в определенной сборке его просто разбирает. То есть он сейчас будет просто минусовать. У этого мес 80 миллионов жизни. Но как-то странно, рандомчик вот 18 миллионов. То есть очень как-то по-странному проходит урон. 10 миллионов. Непонятно, в общем. Сейчас вообще может фигнуть 36. То есть видите, разброс вообще непонятно. Если 36, на крите там будет свыше 80. Давайте... Еще разок попробуем. В общем, блин, ну нереально. Просто нереально он крутой. Но почему-то вот очень-очень большой разброс по урону. Вот 17. Тут просто зафигачил. То есть он ударил там просто бешено. Так, и третий тест у нас будет. Вот 49. То есть, по сути, у него крит будет там свыше 100 миллионов, 100%. Потому что у нас крит удваивает. И плюс у нас еще вот здесь. На 1,2. Вот так вот. То есть, заоблачный урон у этого героя. Нереально крутой. Поехали. Поехали на аренку. Берем Анубиса, поставим. Поставим эту мега имбу. Есть. Ну, поехали, я не знаю, вот какой-то есть. Единственное, конечно, было бы круто, если бы он бил сразу же. Ну, вот видите, что он творит. Но это у нас грубая стоит, он без ремки. Ну, просто жесть, ребят. Как он разбирает героев. Какой у него дамаг, блин. Нереально крутой.
Ой, куда я уже полез? Давайте попробуем поставить ему ремку. Попробуем сразу, как он будет с автопроком бить. Какой-то космо есть. Вот слабенький. Ну, просто он просто выносит. Тут нереальный дамаг. То есть вы ничего не сделаете. Посмотрите на дамаг. О, кстати. Асса! Ну здравствуй, Асса! Ну до свидания! Ну, Фрейя и Огник остались, и череп резнулся. А, резнулся Аса, что ли? Или он его не пробил? Я что-то не увидел. Интересно, интересно. Ну-ка, еще разок пробуем. Смотрим. Не, там с ресом они. Череп вроде и Аса тоже. Кинули на него молчанку и слили. Ну, блин, нереально круто бьет. Не знаю, мне он с героев... С ПВПшных таких реально очень нравится. А многие его используют на атаке фортов. Вот реально просто ливает половину пачки сразу. Смотрите на урон с руки. Настолько крутой, что его просто даже не... Вот начали, видно, видно. По 400, 500. Ну, хорош. Реально хорош. Так, еще какой-то... О, Махатма. Ради Махатмы надо сбегать. Вот единственное, что Фрей его добьет. Тут, конечно, герои у нас... Вот Фрей его снесет. Вот такая вот Фрей его шатает. У нее ограничения по нее... Урон так не проходит. О, отлично, еще такой же Бугич. Поехали еще его тестанем. Просто кайф. Так, окей. С этим разобрались. Давайте... На экспедиции потестируем. Берем, чтобы смотра у нас не было. Конечно, единственное, что он будет долго сейчас здесь разбивать. Давайте поставим сюда вместо него вот эту имбушку. Ну, этого мы, в принципе, прошли. Минотавр просто, просто сказка, я вам скажу так. Так. Опять Фрея. Ну, запарили эти Фреи уже меня. Везде вечно это Фрея. Посмотрите. Оставил только одну Фрею. То есть, всех слил, оставил Фрею. О, злобный Фрэнк. О май гад, до свидания. Ну, он реально ливает. Просто, наверное, процентов 90. Ну, он... Не сольет только героев, у которых есть ограничения. Единственное, видите, он по юнитам еще бьет. Вот это минус. Если бы он бил чисто по героям, я бы его использовал на битве гильдии в атаке однозначно. А теперь только чпок. Блин, опять юниты остались. Ну ладно, попробуем. У него, кстати, скорость атаки довольно-таки неплохая. Так, ладно. Слили нам Минотавра нашего. Добегались мы, доигрались. Как-то странно, у него вот очень странно разброс проходит. Ладно. Поехали дальше. Самое интересное, где его еще можно испытывать, это на забытой битве. На ЗБшке. Здесь он тоже нереально крутой.
очень круто себя показывает против тупачек. Просто огонь. Так, тут у нас огник. Ну, давайте попробуем. Тут, конечно, нас, по-моему, сливало. А, тут тоже Бугич. Ну, посмотрите, что он сделал с вражескими героями. Он просто тупо оставил одного огника. Ну, тут единственный шанс у нас был, это просто попасть в кулдаун. Но мы в него не попали, к сожалению. Ну, реально очень круто. То есть, выжить от такого бугимена, ну, просто нереально. Давайте попробуем на вторую пачку. Там, я смотрю, есть во второй пачке у него оккультист. Ну вот вражеский бугимен напротив тоже дамажит просто бешено. Видите, надо на все-таки на огника и на фраю ставить недомогание. С недомоганием они реально хорошо. Они хоть дают какой-то шанс слить героев, но опять же это не всегда спасает. То есть здесь я просто солью по таймингу. И это в большинстве случаев у многих сейчас такое. Из-за последних обновлений наших. Так, ну смотрим. Чик. Хорош. А, тут у нас Фрея, блин. Печаль. Печаль, печаль. Опозорил ты меня. Так, давайте кого-то другого. Вот еще кто-то есть. Ай! Не тот состав нажал. Сейчас попробуем. А, тут не особо прорывы. Ну, кстати, хорошо, что не особо прорывы. Хоть здесь он будет им будет. Так, смотрим. Ну, вот, как видите, он сливает просто. Единственный момент, который может быть, это он не попадет. Миссанет. А так просто, просто нереально. Столько дамага, что просто он разносит. Мисс, мисс, мисс. Ой. Нравятся мне эти таланты, короче. Что тут у нас еще есть? Роза какая-то. Так, огника мы потестировали. Давайте, может, найдем еще кого-то. Ну, тут топ такой, что вряд ли. Ну, давайте раду. Бум. Супер, да? Смотрите, остался только один. Опять же, один огник остался и тень Хрона. Просто шаталка. Вот реально, если совпадет, ну, какой бы у вас ни был деф, он будет вас пробивать. То есть тут столько урона, я не знаю, мало кто с героев имеет, может наносить такой урон за скилл. Плюс ресалка есть, поэтому плюс защита от отражалки. Но 1350 дамага от атаки, ребят, это просто жесть. Сравнить там остальных героев, да, там 780, 360, 500, а тут, а вот, 1410, ну это жаба, она не актуальна, вот 1920 тоже есть, но они не настолько имбовые, не настолько крутые, как он, я не знаю почему. В общем, вот такая вот сборка, ребят, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.